зачищен. Занимаем позиции внутри. Ты слышал? Эй, на связи, доложить обстановку. Эй, Мёрчис. Тут ничего нет, сэр. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Солдат, группа «Браво» не отвечает. Неизвестно, что с ними. У них с собой карта с шифровкой. Обязательно найди ее. В ней код сигнала СОС. Без него не можешь связаться с флотом. Ты наша последняя надежда на получение подкрепления. Быстрее отыщи эту чертову карту. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Внимание! Стержень замедлитель 2 неисправен. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня.
Служебный мост выдвинут. Тереза Чезар, аналитик оружия, 3 ноября 2145 года. Результаты первых испытаний новых боеприпасов к плазмомету МАКС-4 намного превосходят ожидания. Теперь мы можем поместить в один и тот же контейнер вдвое больше плазмы, чем раньше. Если применить технологии, разработанные для компактора молекулярного топлива, то, полагаю, можно будет увеличить емкость контейнера еще вдвое. Пока моя работа с контейнерами идет успешно. Коллеги мне очень помогают. Спасибо. По соображениям безопасности я помещу плазмомет, с которым работаю, под замок в шкаф 063. Код замка 972. Конец записи.
перекрыть все линии связи. Как скажете, инспектор. Стержень замедлитель 2 в норме. Yeah!
База Чезар. Аналитик оружия. Пол Рад, главный инженер завода Энпро. Во время еженедельного осмотра системы охлаждения я обнаружил еще одно нарушение техники безопасности. Заменять фильтры системы охлаждения надо по графику, а не когда у техников дойдут до них руки. Грязь в фильтрах приводит к росту напора в выпускных трубах охлаждения, и даже небольшая неисправность в выпускной трубе может сместить или уничтожить стержень-замедлитель. Активная зона перегреется, и весь завод взлетит на воздух. Зарубите себе на носу. Если я еще раз замечу такое, дежурная смена ремонтников тут же будет снята с реактора и отправится чистить канализацию. Вот так вот. Пол Рад, главный инженер завода «Эмпро». Я хорошо понимаю беспокойство совета директоров. Да, в последнее время случаи нервных срывов на базе участились. Но я не понимаю, зачем нам в «Эмпро» столько патрульных роботов с тяжелым вооружением? Возможно, вы не согласитесь, но я доверяю психическому здоровью моих сотрудников гораздо больше, чем тому, что творится внутри этих железок. Собственно, я как раз об этом. Сегодня один из моих лучших инженеров, Патрик Томас, получил пулю, когда робот не опознал его допуск. Вы не ослышались? Пулю! К счастью, рядом оказался ремонтник и приложил робота разводным ключом, пока тот не успел добить Патрика. Пат теперь в больнице на месяц, и вряд ли его заставишь подойти близко к такому роботу. У нас и так трудная работа. Еще не хватало, чтобы нас стреляли. Если здесь собираются завести тюремные порядки, то, по крайней мере, приставьте к нам живых конвоиров. А больше уже не прошу. Генри Нельсон, сменный мастер. 24 октября 2145 года. Даже не знаю, как об этом доложить. Так что просто скажу о том, что я знаю и чего мне надо. Рабочие постоянно докладывают мне, что слышат странные звуки. Голоса. Кто-то их зовет, даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам не услышал. Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос, который говорил: «Сюда, сюда». Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Я даже проверил журналы работы. В этой зоне никого больше не было. Не хочу показаться психом, но мы с ребятами сильно перепугались. Пошли разговоры о призраках. Так что я очень прошу выслать патруль и прочесать зону. Мне и моим рабочим так будет спокойнее. Заранее спасибо. Генри Нельсон, конец записи. Майкл Абрамс, начальник охраны комплекса «Дельта». Рапорт 3072. 15 ноября 2145 года. Я только что пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых ПФГ-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущих. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. Последние недели многие патрули не докладывают по установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе «Альфа». Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт, ненавижу комплекс «Альфа». Сборище надутых кретинов. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще... Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто в избежание. Конец записи. Марк Ламия, начальник группы техников, сообщение от 1 ноября 2145 года. Я нахожусь в полном возмущении из-за вопиющей некомпетентности персонала, с которой мне приходится иметь дело. Я не знаю, где отдел кадров набирает этих людей, но...
Хаммер, техник-ремонтник. С тех пор, как рядовой Свенсон съехал с катушек, расстрелял барную стойку, а потом застрелился из плазмомета, у нас у всех сердце не на месте. Все ремонтники прекрасно видели, что у него едет крыша. И вот когда этот чертов автобармен отказался принимать его кредитку, он окончательно спятил. Вытащил ствол, давай стрелять. Когда стойка загорелась, мы еще ржали. Но не успели мы сообразить, что к чему, он выпустил себе в голову столько плазмы, что хватило бы света на целый небоскреб. Его голова просто испарилась. Не самое приятное зрелище. Понятное дело, что когда все кругом сходят с ума, без охраны не обойтись. Но теперь и охранники. Не знаю. Здесь же валяется столько оружия. Куда нам столько? Мы тут подумали, решили собрать все боеприпасы для плазмометов и запереть. Код замка 734. Так хоть спать спокойнее будет. Стив Хаммер, техник-ремонтник. С тех пор, как рядовой Свенсон съехал с катушек, расстрелял барную стойку, а потом застрелился из плазмометов.